Кстати, по автомобилям. Что у нас там по мостам началась работа? Сегодня еще не было супер ничего. Когда начинается? Сроки не назвали. Мы предупредили о том, что с изменениями в организации работ, на работу будет начато в ближайшее время. Но сегодня на завтра зам директора Друмбы Бестат сказал, что пришлет на ваше имя официальное письмо. Меня он известил так в постном порядке. Значит, мосты они будут ремонтировать как? По линейно, да? Да. Оба сразу, ну, оба моста будут сразу ремонтироваться, но не по всей движении, не по всей ширине. Поэтому одна полоса под движение останется с ограничением по скорости и реверсивное движение. Значит, первое. Ни один больше грузный транспорт в город не войдет. Лично пойду буду рыть дороги для того, чтобы сюда не заехал ни один больше груз. Два. Когда у нас была первая встреча с ними? В декабре месяце. И я тогда им сказал, слушайте, делайте полинейно. Так было? Что нам сказали? Невозможно технологически. Невозможно технологически, потому что надо поднимать на 75 сантиметров. Так было, да? Да. В декабре месяце это было. Начали бы тогда, согласились бы тогда, уже закончили бы эти мосты. Сегодня они нам что? А теперь мы будем делать линейно. Красавцы. Я господин. И хотели пустить весь большой груз по 31 августу и по Василию. Значит, еще раз, ни одна фура не дает. По Европе ездил, 14 тонн ограничения. Не 20 тонн, а 14 в городе. 14 тонн, Вячеслав Ильич. То есть без прицепа тягач. То есть с прицепом он уже не влезает в ограничение. И тогда же, в декабре, я сейчас вспомнил, они нам сказали, что проект, как они сказали, проектант со всеми согласовал, это невозможно. А что сейчас с проектантом случилось? Ну, спустя полгода. Сейчас они руководствуются тем, что они провели дополнительное обследование мостов, и техническое состояние ухудшилось. Акта, да, не точно. И обследование опять было произведено бизнесом. Пусть делают нормально, пусть делают по линейным проблемам. Это еще раз вопрос. Тем, кто нас внимательно слушает, скажу. Бельцы себя заставят уважать. Не будет уважать кто-то, мы заставим себя уважать.